ассоциируясь с надменным государством. Москва мутирует с завидным постоянством. Но глянцево-газетные клише по типу Хачиков, Бледей, Новоришей не актуальны. Упомянутые выше сродни властям. И думать о душе, как о субстанции, достойной нашей тени, не в храме принято, а в метрополитене. Так думал я, паря поверх голов. Кто не курил траву, предпочитает пиво. Ведь мегаполис точно смертник перед взрывом антидемографическим, готов принять с улыбкой кармические сводки. Зерна навалом, значит, будет море водки. Скотина сдохла, здравствуй, колбаса. Мы все лавируем, спасаясь от дефолта. Нас точно в ящике раскручивает Ролтон. Вальсирует фанерная попса под ля фужер, как на разборке вор в законе. А Пугачева тот же Брежнев в балахоне. Освободить ей колонный зал. Под уморительное ржание юморины варяги любят запах жареной конины. Рассудок очищает треклозан. В момент соития родителей у спален витали Грозный, Чингисхан, товарищ Сталин, глумясь над нерожденными детьми. Кто посмелее умолял вмешаться духов, но злой Суворов и суровый маршал Жуков его послали вместе с лошадьми. Народ не масс, но массив электората желает яркой сатисфакции, парада. Его ж ввергают в бешеный Содом, где нерожденные для дерзких махинаций имеют шанс пусть не купить, зато продаться. С душой сочтемся как-нибудь потом. Так думал я, переходя на Третьяковку, толпу людей воспринимая как винтовку, неистово нацеленную в грудь, и эскалатор, разрешающий проблему подняться вверх, закрыл божественную тему. С душой сочтемся позже, как-нибудь.